Ну, в общем, из-за того, что я был в ярости, не контролировал вообще ничего, я пустил половину флакона в одну ногу и половину в другую. Руки, запах, запрещенные травки, туфли в мясо, разорвали пальцы. Душно, влага, в незнакомой хате. Нету рамок, не скажут закругляйтесь. Не открою глаз, пока я полностью не выдохнусь. Не надо больше ждать, ведь тут сгорает наши принципы. Все то, к чему шагом меня манило. Я не видел себя за то, что я сказал не своим принципам в тот вечер. Знаете, что 99% случаев смерть.